Всем привет, мы продолжаем играть в Хранители Кладбища. Прошлая серия у нас была довольно-таки длинная, но я думаю, сегодня будет поменьше. Сначала мы начнем с одного строительства, а это будет сад камней. Устраивайтесь поудобнее, всем приятного просмотра, приятного аппетита или спокойной ночи. Кто когда, в какое время меня смотрит. Ну, и не забывайте подписываться на канал, порекомендовать друзьям. Заходите на мой Facebook и Instagram, ссылочка в описании под видео. Но я вот тут увидел сад камней. И что он нам дает? Медитировать. Во как. То есть я, получается, то же самое, что сплю, что просто здесь. И по факту все. Ну, все да не все. Ладно, нам теперь еще кое-что нужно. Сад камней мы с вами построили. Нам нужно завал разобрать. На завал нам нужно 10 клиньев есть. Так. Деревянных балок есть. И простые детали есть. Погнали. Нам, наверное, еще и сжечь тут надо кого-то. Ага, тело. И еще тело. Мы о нем забыли. А, кстати, даже неплохо он. Извлечь мясо. Работаем. Может, даже мы его похороним сейчас. Мясо. Да нет. Кожу обязательно. Совсем все плохо. Жир. Ну, пока ошибок не было. Извлекаем кровь. Мозг. Наверное, надо было мозг, потом череп. Нет. Это, да, кишки мы извлекаем. Все, значит, мы его сжигать будем сейчас. Все, забираем тело и идем. Ага, я его бросил, как обычно. Нафиг он мне нужен, я понял. А что у нас? Оно все заполнено. Ну, пусть горит. А мы сейчас с завалом разберемся. Куда он ведет? Я так понимаю, он ведет к нам в храм наш. Нет, не... вот нужно расчистить. Так, подвисает чуть-чуть. Так, а почему я работать не могу? Очень странно. Очень странно. Пойдемте тогда в церковь. Может, оттуда мы сможем. Но это проход в церковь. Да это серьезно? Нет, не сюда, это вот сюда, значит, получается. Очень интересно. Я почему-то не могу... Но это все, это ко мне уже выход. Может, надо стол уничтожить? Он только мешает. Может,
Ну? Или мне... Давайте поедим. Угу. Возможно, этот стол мне мешает, он мне, в принципе, не нужен. Убрать. Да, он не мешал. Хорошо, давайте с телом разберемся. Может, мы его похороним? А что? А, рыба какое-то время действует. Не понимаю. Ладно, давайте с мясо извлекаем. Хороший рыбак. Рыбе теперь не так-то просто скачать с крючка. Вот она на что. Понятно. Ладно, тогда... Тогда нам надо срочно идти домой. Спать. Тело мы, наверное, опять сожжем. Ну, значит, мы сегодня на рыбалку пойдем. Кстати сказать, по поводу рыбалки. Ух, ё-моё. Единственное, что мясо убрать. Отсюда. Вот это надо убрать. Ой, ладно. Уберем сейчас. Спать. Все, как всегда, все не так-то просто, как хотелось бы. Вот все всегда не так. Я понял. Понял. Вопрос, какую рыбу надо взять мне. Так, это мы убираем, и вот это мы убираем отсюда. Оно здесь не нужно. Так. И вот это вот тоже мы убрали. Все, замечательно. Берем филе рыбы. Какое нам нужно, я не понимаю. Это все мои запасы по рыбе? Странно. Странно. Ну ладно. Я знаю, что у меня там тело лежит. Забираем. Пошлите хоронить. Так, у меня... Да, есть еще свободное, но у меня, по-моему, здесь уже ничего не осталось. Угу. Ну, собственно, как всегда. Отлично, сертификат получили. Сейчас мы быстренько все... Ну все, я, в принципе, поспал. Сделал все, что нам необходимо. Так, проверяем, здесь есть что-нибудь? Ничего нету. Этот завал мы пока разгрести не можем. А хотя бы надо было бы.
Не, мы можем, но пока что я до него не добрался. Сейчас у нас священник придет, надо со священником поговорить. Возможно, сколько у меня денежек? Возможно, я ему рыбу куплю, ту, которая ему нужна. Куда я пошел? Делаем надгробие. 36 у нас сейчас. 40 будет, отлично. Ну и надо закончить с тем, что мы сейчас с самого начала начали делать. Проход, посмотреть, куда он нас ведет. Ну давай. Так, здесь ничего интересного. Угу. В общем, здесь ничего интересного. Вот единственное, что расчистить. Опять нужно 10 клиньев. Одна балка. И сколько? 4 простые железные детали. Это, то есть, получается, просто мы делаем проход себе. Я думал, здесь что-то интересное будет. Да, нифига интересного. Пойдемте посмотрим по нашим запасам, что у нас есть. Так, по нашим запасам. Балка одна есть. Замечательно. 10 деревянных клиньев. Вот 8 только. Обалдеть. Так, убираем пока что. И нужны простые железные детали в размере 4 штук. Раз, два, три, 4. Отлично. Посмотрим, может быть, здесь клини есть? Нет, нету. Ну и хорошо, тогда избавляемся от этих 8 ненужных нам и пойдемте уже доделаем проход, чтобы мы могли не обходить, а прямо уж по низу. Ну раз, почему бы нет? Давайте наводить порядок и делать все красиво. Войти. Ну и что ты? Да, и мы прям к себе пришли. Мы сегодня еще здесь кое-что позанимаемся, кое-чем. О! История вера. А сколько у меня веры? 5, а нужно 6. Угу. А, кстати, а мы можем провести уже? Я бы хотел сказать речь. Наша церковь великолепна. Отлично, отлично, отлично. Сейчас давайте помолимся о благословении. Угу. Очки веры мы тратить с вами не будем. Мы тогда на змеи их потратим. Раз они нужны нам. Отлично, хорошо, отлично, отлично. Ой, как много. Не забывайте про пожертвования. Отличная проповедь. Ну все. Мы сейчас еще денежки заработали, еще сейчас продадим сертификаты. 8 аж. Продадим сертификаты, и у нас будет, в принципе, много денежек. У нас сейчас сколько? 4,90. Ой, как хорошо. Друг, скажи мне, какая тебе рыба нужна? А тебе серебряная рыба нужна? А мне их 2. Уйти. Смотрим. Да, 2 серебряных. Угу. Камень телепортации. Старая кляча. Привет, мой дружочек. Давай мы с тобой поторгуем. Ну, во-первых, я хочу все свои сертификаты продать. А рыба у тебя есть? Рыбки у тебя нету, да? Это жаль. Ну, а теперь нам надо в маяк топать.
Ну, точнее, ну да, к маяку, но к этому дружку, который рыбы торгует. Друг, а я тебе мед отдал? Дин-дин-бим-бам-бам, я дих, я существую. А, ну с ним только торговля. Все понятно. Ага, значит нам не сюда, значит нам ниже. Погнали. Сейчас яблочков наберем, если есть какие-то созревшие. Отлично. Есть созревшие. Вот еще одно. Если две штучки вот рядышком, значит они созрели. У нас не так-то много времени, чтобы чем-то еще заниматься. Говорит, торговля. Мне нужна вот эта вот. Сколько ему? Две еще? Ну, давайте мы три возьмем. А это удочка. Эффективность инструмента 75%. А у меня? Простая удочка. А у тебя какая удочка? Простая удочка. А вот есть уже стальная блесна. Интересно. Качественная удочка. Ладно, все, погнали. Нам нужно в церковь. Зачем? Балда. Ну ладно. Побежали к нашему священнику. Наконец-то мы с ним что-то решим. Уже. Потому что с ним решать в любом случае что-то надо. Подождите, а что вот это у нас здесь? Так, я хочу сюда пройти. Как мы со священником поговорим, пока он не ушел, мы пойдем туда. Мне прям интересно туда спуститься и посмотреть. А, ну правильно, правильно, все, идем. Отдать рыбу. Ты просто мой спаситель. Ох, надеюсь, это не прозвучало как богохульство. Совсем забыл. Еще тебе будет необходимо строительное разрешение для выполнения всех строительных работ. С этим разрешением я тебе помочь, к сожалению, не могу. Ты тут должен сам подсуетиться. У меня аллергия на всех этих королевских бюрократов. А что я с тобой могу торговать? А я ему это могу продать? Молитвы? Угу. Нам изгуматься не нужно. Гражданин, королевская мясная печать. Разрешение на строительство 20-50. Угу. Все, уходим. Я понимаю, что сейчас мне больше там делать нечего. Здесь мы все, что я хотел сделать, сделал. Так, отнесем бревно, оно нам нужно будет в любом случае. Еще бы семена бы пойти купить, было бы хорошо. Кстати, по поводу семян. Что у нас тут урожай? А мне что, уже некуда ложить? Ну, не знаю, что-то он тупит. Ну, вот так вот мы занимаемся хозяйством нашим. Ха-ха, места вообще нету, обалдеть. Открываем.
А это мы все можем продать пойти. Ладно, сейчас я быстро все здесь сделаю и к вам вернусь. Друзья, я вот тут подумал, я ж выращиваю капусту, зачем нам ее продавать, если мы можем из нее что-то делать. Забираем мы капусту. Моркови у нас и так много. Даже очень хорошо. Мы, конечно, этого чудику сейчас оставим. Пусть он нам приносит трупы. Но мы вот сейчас будем делать квашеную капусту. Медленный метаболизм. Погнали. А сколько, кстати, я могу ее сделать? В принципе, у меня соли-то на 4, значит, на 4 порции. Ух ты, как хорошо, да? Смотрим. Еще что мы можем здесь сейчас нам из еды поприготовить. Зависло. Зависло. Мы можем сока наготовить. Но который мы не можем пить. А нужно именно желе. Ну ладно. В принципе, можно пойти поспать. Я сейчас посплю и, в общем-то, посажу и к вам вернусь. Ну, в общем, все. Я все, что хотел, сделал. А вот теперь самое интересное. Я хотел... даже, да и вот оно даже интересно. Нет, это не интересно. А вот то было интересно. Помните, когда мы с вами шли? Вот оно, это место. Я хочу к нему спуститься. А как мне к нему спуститься, скажите мне? То есть мне нужно куда-то вот еще сюда вниз идти. Посмотрим. Но здесь же есть где-то... я не знаю, вообще мы здесь с вами бывали? Я спуститься туда почему-то не могу. Очень интересно. Это что мы добываем? Глину? Зашибись. Еще и инструмент сломался. Беда. Погнали в дом, милый дом. Ну, значит, надо будем делать. Так, а что у нас из других планов? Нам осталось в церковь сходить и чуть-чуть поалхимичить. В принципе, нужна полная энергия. Можно поспать, сохраниться. Обязательно. А, этого чудика надо, с этим чудика надо еще поговорить. Я и забыл. Погнали. Вот оно. Как раз ты мне нужен, говорить. Попытаться убедить. Стой! Я забыл деньги. Вот балда я. Где они? А где деньги? Ё-моё. Неужели я там их оставил? Окей. Ладно, мы сейчас так с ним попробуем на Вере поговорить. А потом я ему верну деньги. Я тут не для того, чтобы конфликтовать. Может, смогу даже оказаться чем-то полезным? Выглядишь ты бесполезным, но при этом и безобидным. Можешь помочь мне открыть эту решетку. У меня есть эта инструкция, и согласно ей мне нужен ключ.
Отмычки мои не помогают. Найдешь тот ключ, тогда и поговорим. Я бы тоже не прочь заглянуть за эту решетку. Попробую помочь. Вот инструкция, можешь взять с собой. Угу. Замечательно. Это все замечательно. Мне нужны деньги, которые Шармель ему дала. Куда я их дел? Какой угол я их всунул? Вот они, монеты. Погнали. Как хорошо теперь, что у нас проходы везде есть. Ха-ха, да это шутка была. Упустила момент, когда она перестала быть наивной простушкой. Ты ее новый поклонник? Я ее только что встретил. И уже у нее на побегушках. Ну, в общем, ничего. Хорошо, пойдем. Да, пойдемте изучим ключ. Раз у нас теперь такая возможность появилась. Что я сюда могу сбросить? Угу. Глину я забыл выбросить. Ну ладно. Глину мы даже можем сейчас изучить. А-а-а! Да что ж такое? Исследование. Ну, глину, да, можем. В общем, ничего хорошего мне не дали. Мне нужен ключ. Где у нас тут по запасам ключ? Отлично, исследуем. Вы завершили сегодня ключ хранителя. Этот предмет может быть разложен. Активированный ключ. Ключ хранителя. Активированный ключ. Интересно. Что мы еще можем здесь исследовать? Давайте капусту исследуем. Ну, в общем, толком мне ничего. Морковку, то, что мы не исследовали. Все, в общем, ерунда. Ладно, а что можно еще такого здесь? Ух ты! Историю дали. Отлично. Смотрим. Тут вообще мне порядок надо навести, по большому счету. Историю у нас в том месте. В общем, везде. Вот это нам нужно. Оставим. Глину я заберу. Угу. А, вот они, истории здесь. У меня они везде, в принципе. Пойдемте с ним уже решим. А потом попробуем... Здесь еще повозиться. Он не ушел. Зараза, он ушел. Вот блин, а он в какой день? Он в определенные дни получается у нас, да? Змей. Может, он по ночам только? Ну, не знаю. Вот он у меня был, его уже нету. Подождите, а это не Шармель ли сейчас? Или это торговец? Шармель у нас прошла, только-только прошла Шармель. Блин. Нам нужно посмотреть, что я хотел здесь сделать. Кстати, конопляная веревка. Ну, так-то я ее уже купил, в принципе. А это что, белая краска? Ну, жир. Мы можем как раз свечки делать. Хорошо, к следующему мы будем готовы. Нужно научиться делать колбы. Инъекция щелочи, инъекция кислоты. Так, а что мы можем написать сейчас? Мы сделаем молитву веры, а теперь нужна комбо-молитва. Для этого нужна книга.
чтобы нам сделать книгу. Так. Еще раз. Давайте пробовать. Нам нужно сделать заметки. Это заметка. Три заметки получается. Да зачем мне? Вот зачем ты мне это? Смотрим. Одна заметка. Создать. Но это много времени уходит. И еще одну заметку создать. Дальше. Три заметки. Глава. Создать. Отлично. Теперь мы можем создать книгу. Ага, нет энергии. Ну давайте покушаем. Создали книгу. Ох. Хорошо, мы создали книгу. И теперь мы можем сделать комбо-молитву. Отлично. Отлично. Все. Для комбо-молитвы нам нужно 7 очков веры. Оставляем вот это вот здесь. Свечи, все, это хорошо у нас. Теперь смотрим, что мы вот тут можем сделать. Крылышек нету. Из этого что мы можем сделать? Раствор порядка. Мы даже из капусты можем здесь что-то делать. Раствор здоровья. И здесь раствор здоровья. То есть из этого раствор здоровья. А ведьме? Напомните мне, что нужно ведьме? Эликсир исцеления. Угу. Хорошо. Из этого что у нас будет? Это тоже раствор здоровья. В общем, один раствор здоровья. Мозг. Раствор жизни. Жир. Раствор замедления. Но эти растворы я никак использовать не могу. Правильно ж? Правильно. Вот у меня этот раствор есть. Нет, не могу, не могу. Не могу, не могу. Вообще здесь бы хорошо было бы мне уже порядок навести. Где наши растворы? Все стоят. Вот они, растворы. А это раствор хаоса. Угу. Отсюда мы, наверное, заберем вот эти вещи, которые здесь не нужны. А вот сюда мы раствор отправим. Угу. Так, нам нужен тот дружочек. Где он? Фух, тяжко, не говорите, тяжко. А нету его. Вот он. Ну иди сюда, дружочек. Я занят. Отдать ключ. Вот ключ. Наконец-то. На шаг ближе к цели. Иди-ка вперед. Еще посмотрим, кто из нас жалкий. Посмотрим, как они запоют в итоге. Ты о ком? Да, всех. О всех, кто живет в этом проклятом городе. О всех, кто считает себя лучше меня. Просто из-за того, что я... Ладно, ладно, вижу. Ага, кажется, вижу то, что мне нужно.
А что случилось? Вы умерли? И чего? Ай, что это было? Я вроде целый опять дома. На минус один способ выбраться отсюда. Надо вернуться и забрать дневник. Охренеть, это сюжетка? Так идет. Я должен был умереть? Обалдеть. Друзья, обалдеть. Давайте мы все-таки дневник заберем. Это что было сейчас? Ты как это сделал? Я не знаю, просто очнулся у себя дома. Ну, отлично, пора привыкнуть. Жизнь – боль. Бесполезный идиот оказался бессмертным. Ну, где в этом мире справедливость? Ненавижу тебя. Прости, что? Я тебя ненавижу. Смотритель кладбища – бессмертный засранец. Так и запишу. Слушай, вообще это не так уж и плохо для меня. Теперь, когда у меня есть под рукой твоя бессмертная задница, мне нет смысла рисковать самому в этом подземелье. Ну вот, прям в этом, вниз по лестнице через проход. Оно тут, еще до церкви было, должно быть очень глубоким. Там в старину инквизиция ловила кого-то еще до древнего контракта. Ну и что от меня требуется? У меня везде в городе уши. Я всегда знаю, где достать нужные мне вещи. И на данном этапе моего плана мести все, что мне нужно, находится в этом подземелье. Мне нужно ведро крови, языческой. Стоп! И 5 окровавленных гвоздей. Гвозди должны быть на одном из первых уровней, где пытали язычников. Мне кажется, или кто-то стонет. Ты тоже слышишь? Может да, может нет. Тут полно странностей, и если они не касаются моего плана, мне нет до них никакого дела. Надо проверить. Свят. И не говорите, какой приятный сюрприз, я уж и не верю, что меня найдут. Дружище, ты там жив? Нужна помощь? Скажем так, я в сознании. Спасибо, что предложили помощь. Меня зовут Гюнтер. Справа должен быть рычаг. Ага, вижу. Великолепно. Удивительно, что эта штука все еще работает. Не могли бы вы ударить меня мечом пару раз? Ударь меня. Я так соскучился по физическим ощущениям. Обалдеть. Хорошо, я думаю, мы на этом закончим. До следующей серии. На сегодня все. Не забывайте подписываться на канал, порекомендовать друзьям. До новых встреч и всем пока-пока.